Mangol против Marseille. Мы все сегодня здесь победители. Здесь сегодня нет проигравших. Mangol первый тянет инструмент. Саксофон у Mangol. Тромбон у Марселя. Что батл здесь будет далеко не просто танцевальный. Между музыкантами тоже разразится битва стилей импровизации. Перед тем, как мы с вами начнем, я хочу представить вашему вниманию уже традиционный кубок для контеста «Почувствуй ритм». Брат всем известного бибоя Супер Михи и его арт-команда по-быстрому смогли помочь нам сделать так, чтобы победитель сегодня получил эксклюзивный кубок. Один уже есть у Винса, второй уже есть у Чирита. Сегодня еще один человек станет обладателем этого кубка. Помимо этого, победитель контеста «Почувствуй ритм» получит подарок из моего родного города Харьков-Рапа-Сити от Макс-Ти из Ашбласт, банка «Фанка». И к этой банке предлагается оплата проезда, проживания и местонахождения, все, что себя в это включает. В городе Харьков на фестиваль банка «Фанка». Вы готовы? Кто хочет, тот начинает. Понеслась! Thank you.
музыканты экспромтом поменялись местами. Мангол должен был танцевать под саксофон, а Марсель под тромбон. Но суть это не меняет. На самом деле, ребятки, вы зря так притихли. Вы все ждете какого-то двойного сальто. Тут этого не будет, понимаете? Не будет. Это контест, почувствуй ритм. Если вы не чувствуете ритм, то как бы что такое брейкинг тогда для вас, я не понимаю. Ладно, суть не в этом. Если вы считаете, что в этом батле победил Марсель, сделайте шум! Если вы считаете, что в этом батле победил Мангол, сделайте шум! Все очевидно, Марсель, спасибо. Саксофон возвращается в шапку. Тромбон остается у Мангола.